Рыбалка – это целый мир для многих людей на планете. Многие люди любят рыбачить, а иногда на рыбалке происходят такие случаи, которые очень сильно впечатляют. Например, рыба сама выпрыгивает к рыбакам, людей чуть ли не убивает молния, или на добычу рыбака нападает стая пираний. Сегодня мы поговорим о необычных случаях на рыбалке, которые вас удивят. Все мы прекрасно знаем, насколько электрический угорь – опасная рыба. На видео мы видим, как ловит электрического угря. Напряжение ее разрядов достигает до 1300 вольт. И вот что случается, когда решаешь ловить такую рыбу. У китов, выброшенных на берег, со временем выделяется много газа, особенно если они лежат на солнце. Вдобавок, такие киты могут взорваться. Этот мужчина решил выпустить газ из одной такой туши, и вот что из этого вышло. Зрелище не оставляет никого равнодушным. На этом видео рыбаки сделали лунку и хотели уже приступить к рыбалке, но вдруг рыба сама начала выпрыгивать из-подо льда. Кстати, такое встречается не первый раз. В Мексике рыбаки поймали крупную рыбу и уже долгое время ее выуживали, но неожиданно появляется акула и набрасывается на их добычу. Эта жуткая рыба схватила руку одного из рыбаков и держит ее мертвой хваткой. Это рыба-удильщик, которую часто за свою внешность называют морским чертом. Мужчинам потребовалось очень много сил и времени, чтобы высвободить руку из пасти этой рыбы. В итоге с помощью палки они смогли разжать челюсти. Людям, которым удалось снять это видео, несказанно повезло, потому что молния ударила не по лодке. Им также удалось собственными глазами увидеть молнию, которая ударила всего в нескольких метрах от судна. А этому мужчине не повезло, а все потому, что он рыбачил в Амазонке. И пока он выуживал свою рыбу, то на нее напала стая пираний и обглодала ее практически до костей, всего за несколько секунд. В пасти пираний очень острые зубы, которые могут прокусить даже железную банку. А эти рыбаки поймали на крючок небольшую акулу, но неожиданно из воды появился огромный морской окунь и съел ее. Рыбаки иногда сталкиваются с медведями на рыбалке. На этом видео рыбаки увидели играющих медвежат, но неожиданно появляется их мама и в ярости бежит на двух рыбаков, думая, что они хотели навредить ее детенышам. Но, к счастью, медведицу отпугивает выстрел из ружья. С рыбаками и с медведями все в порядке. Этот случай произошел в Австралии. Группа рыболовов отправилась порыбачить на черных марлинов, которых было немало в этих водах. Марлины – это одна из самых быстрых рыб океана, тем более они вооружены. Их нос имеет форму в виде шпаги. После того, как 300-килограммовый марлин захватил крючок, к счастью рыбаков не было предела. Но произошло то, что они совсем не ожидали. Эта рыба резко рванула в направлении их лодки, и выпрыгнув из воды, она чуть ли не поранила одного из рыбаков, благо он вовремя лег на палубу. Но, видимо, марлина это не устроило, и он, подбросив стул, метко угодил им по другому рыбаку, после чего марлин также быстро скрылся в глубинах океана.
Бывает иногда такое, что рыбаки сами страдают от своих уловов. Этому мужчине совсем не повезло, его вырубила рыба ударом хвоста, да так, что он потерял сознание. А в этом видео в сеть к рыбакам попался тюлень. Когда рыбаки начали подходить к животному с целью помочь, все пошло не по плану. Тюлень, видимо, неправильно их понял. Животное схватило одного из рыбаков и отбросило как пушинку от себя. А тут рыбаки рыбачат в Японском море. И вдруг рядом с ними всплывает атомная подводная лодка «Александр Невский». К удивлению рыбаков не было предела. Сегодня на этом все. Пишите свои комментарии. Всем пока! Any ideas?